В Архангельске может появиться новый микрорайон. Об этом сегодня рассказал глава Архангельска, оценив сразу несколько социальных строек, которые и помогут округам меняться. Рабочая поездка главы Архангельска начинается с посещения стройплощадки будущего центра семейной медицины. Работы по возведению не такие активные, как до пандемии. Но по заверению строителей, на графике это не должно сказаться. Коллеги приостановились, условно говоря, по техническим причинам, да, нежели финансовым, и намерены продолжить после 31 мая работу. Это, значит, радует, что проект такой совместный. Не менее важный проект – детский сад в 6-м микрорайоне. Здесь работы идут с задержками. Связано это с тем, что подрядчики ждут оплаты со стороны города. Администрация пообещала решить этот вопрос в максимально короткие сроки. Следующий объект в округе Воравино – фактория. В 2021 году здесь появится новая школа на 860 мест. Сейчас производятся работы по устройству кирпичной кладки, производится монтаж плит перекрытия. А также начались работы по устройству кровли, электромонтажные работы, ну и отделочные. Далее проинспектировали строящийся неподалеку физкультурно-оздоровительный комплекс. Стоимость проекта – 177 миллионов рублей. Уже в сентябре 2020-го он должен открыть свои двери для спортсменов. Возводят ФОК в рамках нацпроекта «Демография». Сегодня производятся работы по устройству кровли. Сейчас вот идет за мной заливка бетона. Вот, готовится благоустройство. Готовим благоустройство для начала работ. Вот, ведутся работы по фасадным работам, по остеклению здания. Картину в городе дополнит новый детский сад на 280 мест. Но глава города отметил, что просто возвести здесь 3 соцобъекта недостаточно. Важно наполнить территорию инфраструктурой. Департамент градостроительства делал первые прикидки, как может выглядеть общее благоустройство. И у объектов, которые строятся сейчас, и по всей территории, с учетом домов, которые могут быть здесь построены. В итоге здесь может сложиться новый микрорайон, где от тротуаров до жилья все будет новым. Поиски партнера-инвестора ведутся. Александр Богданович, Ольга Красулина, Регион 29.